Акции, мастер-классы, спектакли и даже немое кино о самых ярких культурных событиях в нашей афише. В воскресенье на Владимира опустится «Ночь искусств». Девиз акции «Искусство объединяет». Для жителей и гостей муниципальные дома культуры, библиотеки, музеи и выставочные залы подготовили специальную культурно-развлекательную программу. В Центре изобразительного искусства по традиции будут звучать музыка и поэзия для юных и взрослых любителей творчества, мастер-классы, а экспозиции будут работать до 22 часов. Вход свободный, возрастное ограничение 0+. «Ночь искусств» пройдет и в филиалах Владимира Суздальского музея-заповедника в Гусь-Хрустальном, Суздале, Муроме и Владимире. Для гостей подготовили музыкальные, научные и творческие программы. В палатах, к примеру, презентуют пополнение музейных фондов, покажут видеоспектакль, посвященный смуте, порадуют выступлениями музыкантов и мастер-классами. Вход платный, возрастное ограничение 12+. Народный коллектив театра-студия «Новая сцена» городского дворца культуры в 20 часов приглашает на премьеру спектакля «Маленькие трагедии» по Александру Сергеевичу Пушкину. В спектакль вошли пьесы «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь». Вход свободный, но место в зрительном зале лучше забронировать заранее по телефону. Возрастное ограничение 0+. В муниципальной библиотеке города Владимира всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» также подготовили немало приятных сюрпризов. В культурно-образовательном центре на проспекте Ленина 12 спектакль-кастинг. Начало в воскресенье в 17:00, а уже через час всех любителей кинематографа ждет «Великий немой». Владимирские библиотекари расскажут об энтузиастах, создававших первые кинофабрики в нашей стране, а еще о знаменитых актерах первых фильмов. Вход свободный, возрастное ограничение 0+. В понедельник отмечаем День народного единства. 4 ноября в Суздале на территории Спаса Ефимьева монастыря вспомнят князя Дмитрия Пожарского, который вместе с Кузьмой Мининым объединил людей и покончил со смутой. Кроме того, в этот день праздничные программы пройдут в разных районах области и городе Владимире. Возрастное ограничение 0+.